Итак, я хотел бы перевести к подведению итогов выступления докладчика, а также оппонента. Так, к несомненным плюсам данного доклада относится рассмотрение дифракции и дисперсии. Ну, я считаю это довольно важным в данной задаче. Также несомненным плюсом является использование различных светофильтров для оптимизации как бы и наилучшего измерения, проведения измерений в данной задаче, что я считаю тоже необходимым. И в принципе докладчик провел такие измерения, это несомненный плюс. Также к плюсам данного доклада относится изменение таких параметров, как радиус капель, а также их концентрация. Ну, что было довольно подробно исследовано в данной задаче докладчиком. Им было объяснено, что есть существуют вариации и различные варианты наблюдения данной картинки в зависимости от радиуса капель, то есть при больших и маленьких каплях. То есть докладчикам для этого было представлено две теории, одна, которая учитывала только дифракцию, а также теория, которая учитывала как дисперсию, так и дифракцию, что я тоже считаю плюсом данного доклада. Ну, также к плюсам доклада может относиться то, что было произведено... Ну, дальше я хочу перейти к минусам доклада. Это, может быть, я хочу... Вот, докладчикам была исследована зависимость как бы наблюдение данного явления при больших и маленьких каплях. Для этого было построено две теории. Однако я считаю, что можно было логичнее и, в принципе, была такая возможность соединить эти две теории для... не следовало бы производить, может, разграничение в данных зависимостях. Но, в принципе, у докладчика была такая возможность, однако он аргументировал свое мнение. Также я хочу отнести к минусам данного доклада это отсутствие подробного поведение картинки от времени, что было отмечено оппонентом, может быть, все-таки стоило изучить это подробнее в данном докладе. Ну и также к минусам данного доклада я могу отнести только качественное схождение теории эксперимента, что, в принципе, может быть объясняется вот как раз разделением теории на две составляющие. Что касается работы оппонента, то оппоненту поднимались вопросы касательно дисперсии, дифракции, их оценки влияния, что я считаю несомненно важным в данном докладе, то есть даже на вопросы вы помогли нам лучше изучить суть данного явления и лучше разграничить теорию докладчика. Ну, также оппонент уделил внимание параметрам конденсата, а также обратному порядку колец, что я также считаю несомненным плюсом данного доклада, что и необходимо было исследовать. Ну, на этом у меня все. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо. Так, согласно регламенту, Даша, у вас есть 2 минуты для заключительного слова. Мне очень понравилась дискуссия как с оппонентом, так и с рецензентом. Хочется им сказать огромное спасибо. А также хочется признать наши минусы, что мы не исследовали зависимости нашей картинки от размера, достаточно конкретного размера капли и не исследовали изменения рисунка со временем. А также хочется отметить, что благодаря вопросам как оппонента, так и рецензента было уточнено, как мы именно проводили эксперименты, как мы нашу конденсат создавали. Очень понравилось, что обратили внимание на качественное схождение, но количественное несхождение нашего эксперимента. Хочется отметить также минусом как оппонента, так и рецензента, что слишком много времени было уделено дисперсии света. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Спасибо, Даша. Так, уважаемые члены жюри, ваше время на вопросы. Так, у кого есть вопросы? Игорь Александрович, пожалуйста. Дорогие коллеги, действительно, задача не выглядит простой, поскольку имеет место испарение, имеет место различия капель, но мне кажется, что несколько разделить эффекты дифракции и дисперсии можно. Если бы, например, провести эквивалентные опыты по напылению другой же, другим показателям пиломения, изменив показатель пиломения, соответственно, эффекты дисперсии. С другой стороны, можно было бы, наверное, сделать на пластинке просто отверстие случайным образом и понимая то, что дифракцию можно наблюдать и от тарелки, если помещать источник. Александр, вопросы. Поэтому я
Просто комментарий, что можно было улучшить визу. Ну, у нас время до вопроса. Так, Илья Давыдович, пожалуйста. Меня смущает некоторая неточность некоторых ваших высказываний. Вот, в частности, фаза есть величина безразмерная. Вы несколько раз употребили слово, что фаза равна целому или полуцелому числу волн. Разность фаз. Нет. И разность фаз тоже безразмерная. Разность хода. А длина волны размера? Разность длину, пусть пройденный камень. Вот это точность. Илья Давыдович, вопрос. Просто я, как вы понимаете, разверную. Андрей Игоревич, будьте любезны, покажите, пожалуйста, вашу формулу для расчета интенсивности. Скажите, пожалуйста, почему вы интегрируете от минус РДР? Ну, смотрите, здесь у нас точка отсчета, получается, здесь минус R, здесь это R. Ну, то есть мы хотим... Тогда почему по фи от нуля до двух? Здесь мы хотим пробежаться, меняя угол вот этот вот, пробежаться по всей нашей... И если можно, еще второй вопрос. Я не услышал, объясни, почему у вас в центре белое пятно и есть еще иногда колечко тоже белое. В центре белое пятно, потому что первый максимум для всех цветов, нулевой максимум, находится именно по центру. И получается, что если все цвета практически с одинаковой интенсивностью сходятся в одном месте, то мы снова наблюдаем белый цвет. Спасибо. Пожалуйста, еще вопрос. Пожалуйста. Ну, белый. Посмотрите, пожалуйста, на свой слайд, который сейчас. Как у вас так красный цвет отклоняется на разные углы? То есть, если провести перпендикуляр к точке падения, посмотрите, в начале капли и в конце у вас углы, ну, совсем. Вот здесь вы хотите. Да. Здесь вообще-то происходит, смотрите, в этой точке у нас не только под одним углом идет, у нас происходит именно дифракция. Каждая точка нашей капли является источником вторичных волн. У нас не только идет в одну сторону, у нас такие же лучи идут и в эту сторону, и в эту, и в эту. Получается, мы рассмотрели только направление в одну сторону от каждого света. Это наша собирающая линза. Значит, в нашем хрусталике глаза они придут вот эти вот все лучи, которые упали на нашу собирающую линзу, параллельно упали. Значит, они в нашей глазу придут в одну точку. Именно они и друг с другом проинтерферируют. А если мы рассмотрим другие лучи, то также упавшие параллельно, так как это вторичные волны будут, они тоже синтерферируют и попадут в другую точку уже в нашем глазу. Я все равно считаю немного некорректно. Понятно. Пожалуйста, еще вопрос. Евгений Леонидович, пожалуйста. Можете показать ваш теоретический график, там положение интенсивности, вот это, ой, ну, положение максимума, от угла фи, вот этот, который там присоединил. Нет, дальше. Там вы где говорили, то, что у вас первый максимум синий цвет, 0,7 радиан, да? Правильно, если это? Можете еще раз. У вас дальше, там, где было два графика, один сверху красный, другой с... Нет. Дальше. Еще. Да, вот это, да, потом говорили, сказали 0,7 радиан, если не ошибаюсь. 0,7. А то я просто посчитал 0,7, получил 7000 микрометров. Ой, нанометров. 0,07. Так, пожалуйста, Оскар Славович. Будьте добры, слайд, где линза будет стрелять с вертикальным диаметром. Это? Да. Вот, как вы объясните такое противоречие? Вот лучи, которые у вас нарисованы, они не отражают реального хода лучей в линзе. Как вы интерпретируете это? Вот у нас линза. Здесь не нарисован дальше ход лучей уже в самом компьютере. Нет, а вот представьте себе, что два луча, которые нарисованы, входят в перпендикулярный зарегостный порядок. Угу. Как они реально двигаются? И что у вас в реальности нарисовано? Ну, смотрите, они падают перпендикулярно. Это не линза, это наша... Да. Наша капля. Они падают перпендикулярно. Значит, никак не преломляются. Если бы они падали под углом... Да, она тут на искривленной. На искривленной поверхности у нас они уже дифрагируют во всех направлениях. Так что же все-таки нарисовано? Нарисована одна конкретная волна и одна вторичная от нее идет. Нарисовано, что изображают линии? Вот эти вот что? Это лучи? Это одни из вторичных волн, которые продифрагировали на линию изображают волну. Да? Ну, я согласна с некорректностью картины. Как вы это все-таки должны? Вы должны интерпретировать как картинку. Пожалуйста. Я
согласна, что должна быть изображена была волна, а не луч. А что это? Ход нашей волны, одной из вторичных волн, при падении на собирающую. Я просто дал ответ, это нормально, волне, которую вы хотите изобразить. А вы имеете в виду вот эту черную линию? Ну, можно я продолжу. Да, пожалуйста. Так вот, все-таки вас, вы рассматриваете отдельно дифракцию на каплях и дифракцию на отрезках между каплями. Межкапельное пространство. Да, был такой термин. В реальности они присутствуют одновременно. Да. Возможно ли такая ситуация, когда две, поскольку каждая из картин дает противоположные направления цветов, хотя они по-моему включены, получится ли так при определенных условиях, что эти две картины просто нейтрализуют друг друга и вообще не будут никакого? Ну, при проведении наших экспериментов мы такого не наблюдали. Но чисто теоретически такое возможно. Так как у нас максимумы от разных цветов приходятся в различные места. Максимум получается, что от разных наших предположений приходят в различные места. Но, скорее всего, если у нас все-таки какое-то изъявление будет выражено сильнее. И получается, что у нас... Давайте посмотрим на относительную интенсивность. Здесь, видите, у нас измеряется 0,2 получается от общей интенсивности. В то время как здесь интенсивность меньше, чем... меньше, чем 1/10. Получается, все-таки интенсивность, если у нас капли все-таки будут достаточно большие, то интенсивность, которая будет от капель, будет преобладать. Для больших капель будет преобладать дифракция на капли. Да? И последний вопрос, вот эти графики расчетные, почему они такие неровные? Взяли вот этот интеграл. Да, с компьютером не поспоришь. Да, я согласен. Юрий Владимирович, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, если при разных размерах капель цвета переворачиваются, возможен ли такой размер капель, когда они вообще не разделяются? То есть не имеют ни такого порядка, ни обратного. То есть остается равномерно освещенная пластинка. Около 30 микрометров, то мы практически совершенно не наблюдаем нашего явления. Спасибо. Пожалуйста, еще вопрос через жюри. Скажите, Юрий Андреевич, какое у вас было расстояние от источника пластинки и от пластинки до наблюдателя? Мы также измеряли и эти различные зависимости, просто так как время доклада ограничено, то вы можете видеть, получается, что мы меняли также параметр расстояния от источника до стекла, от наблюдателя до стекла, и также, на какой оси расположены. Так к чему он равнялся? Измерялся от 15 сантиметров до 1 метра. Посчитали, что если мы будем смотреть достаточно большого расстояния, то фронт нашего луча уже будет доходить плоским, и тогда рассчитывать математические расчеты будут легче выглядеть. И поэтому пытались проводить все наши эксперименты с расстояния около 50 сантиметров и до 1 метра. Спасибо. Так, Жанна Ивановна, пожалуйста. Можно вопрос оппоненту? Можно, конечно. Скажите, пожалуйста, почему вы считаете, что происходит испарение капель при близком их расположении? Мы не считаем, что при близком расположении. Испарение капель будет происходить всегда. И мы хотим сказать, что так как у нас рассчитывается через разность ходов капли, то возможно, когда капля будет испаряться, в случае, когда мы считаем дифракцию именно внутри наших капель, возможно, будет меняться эта разность хода. И возможно, докладчик каким-либо образом исследовал зависимость от данного параметра. То есть вы не считаете, что капли будут увеличиваться? Мы согласны, что капли будут увеличиваться со временем, потом они будут испаряться. Но когда капли испаряются, ее же размер же меняется. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, еще вопросы? Хотелось бы прояснить. Да, это есть, скажите лучше. Хотелось бы прояснить этот вопрос с испарением капель, пожалуйста. Я скажу, пожалуйста. Вот что происходит по мере того, как испаряются капли? Что вы видите у нас в картинке? Как вы это объясняете?
Сейчас я вам покажу. Здесь как раз таки представлено видео, когда у нас увеличиваются капли. Но получается, когда у нас капли будут уменьшаться, все будет идти в обратном порядке. То есть наши капли будут становиться менее выпуклыми, и картинка будет просто стягиваться. И когда у нас капли совсем исчезнут, мы перестанем видеть наши явления. Ну, смотрите, у нас, когда маленькие совсем, смотрите, мы можем сразу понять, что капли у нас изменяются. Сначала они не сразу вот так изменяются, сначала какой-то небольшой промежуток времени они просто становятся менее выпуклыми. А изменение, ну, получается, изменение размера выпуклости происходит быстрее, нежели самого расстояния между крайними каплями. Это мы можем заметить, так как при маленьких каплях у нас должен быть рисунок расширен. Ну, как вы видели, угловой радиус больше. Значит, отсюда мы можем сделать вывод, что капли не сразу начинают уменьшаться, расстояние между крайними точками, а становятся менее выпуклыми, а потом уже начинают стягиваться. К чему приводит то, что диаметр капель не уменьшается, а уменьшается их высота? К чему это приводит? Это приводит, что разность хода между соседними лучами в капле будет меньше. И на картинке, получается, мы будем видеть, что наша картинка будет сужаться. Так как, смотрите, максимум будет наблюдаться под меньшим углом. И как вы можете видеть на картинке, правда, наша картинка сужается. Так, ну что ж, уважаемые члены жюри, давайте сэкономим минутку времени. Я вижу, что вопросы иссякли. Поблагодарим все команды за первое место. Уважаемые члены, вы можете присесть, можете стоять, смотреть в глаза тем, кто будет вам выставлять оценки. Ольга Александровна, вы готовы? Уважаемые члены жюри, я оценки буду называть в том же порядке, как представлялись команды. Вот так. Итак, первая оценка. Уважаемые члены жюри, прошу. Итак, 10. Мне кажется, что членов жюри у нас немножко, по-моему, да. Число жюри у нас больше, чем 5, больше, чем 6, поэтому одна минимальная, одна максимальная оценки отбрасывается. Так, вторая оценка, команда лицей 11 класса за оппонирование. Так, Сергей Васильевич, я сказал лучше. Оценку за оппонирование. Вот, ребята в 11 классе. 9, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10, 10, 8, 9. И последняя оценка. Вылазят 29 за рецензию. Уважаемые члены жюри, прошу. 8, 8, 8, 9, 8, 9, 9, 9, 9, 8, 8, 9, 8, 8, 8, 7, 8, 7, 10, 9, 8. Ольга Александровна, все в порядке? Четвертое с конца. Это Илья Давыдович, 7. Правильно я говорю? 7, потом 10, Жанна Ивановна. 9, 8. Ну что ж, первое действие у нас завершено. Уважаемые участники команд, уважаемые члены жюри, прошу, пожалуйста, не...